Дворы 4-го микрорайона удивляют чистотой и опрятностью. На каждом доме висит новая яркая табличка. Мимо нужного дома уже не пройдешь. В ведомстве ЖЭУ 14 многоквартирных домов. Ежедневно в штатном режиме мы проводим уборку в многоквартирных домах мест общего пользования. Это площадки лестничные, марши, кабины лифтов, подъезды. Особый акцент управляющая компания уделяет состоянию придомовых территорий. Здесь чистые всегда вовремя скошенные газоны, ухоженные деревья и кустарники и отремонтированные малые формы на детских площадках. Каждая просьба жителей выполняется своевременно. Напротив 18-го дома мы установили два баскетбольных кольца на детской площадке. Устанавливали ограждение, 13-й дом, первый подъезд. И совместно с собственниками, собственники сейчас смотрят за этим газоном, ухаживают, высаживают цветы. То есть у нас получилось взаимодействие с собственниками. Даже внутридомовые проезды и тротуары отремонтированы силами ЖЭУ. Большое спасибо компании «Сайсервис», управляющей нашей, за то, что убирают чисто, хорошо, сделали дорожку. Обслуживание, в общем, после того, как перешло «Сайсервис», да, и в подъезде чисто, и вот сделали дорожку, то есть горки, не горки, все это обслуживается. Вот только управленцы сетуют, что активных граждан не так уж и много. Жильцы, собственники, проявляйте активность.